Так, камера, мотор, униформа отошла. Всем привет, это я, Вилсон. Суббота вечер. Есть немножко времени рассказать вам. Это я давно приобрел. Вот в таком мешочке. Аварийные, скажем так, 100 огней. У меня была Sequoia 7 года, 13, потом Крузак, вот сейчас Sequoia у меня 21 года. Честно говоря, вот эти аварийные предупредительные огни я приобрел давно, они лежат. Но пользоваться не приходилось. Но рассказать все-таки про них можно и нужно. Если в темное время суток что-то случилось с машиной, выезжаешь на обочину, ну надо же предупредить и других участников дорожного движения, что впереди стоит машина и с ней что-то случилось. Поэтому используют треугольники светоотражающие или fire, горящие огни. Ну можно вот это вот использовать. Нажимаешь. И они предупреждают всех остальных, что впереди что-то случилось, чтобы люди сбросили скорость. Заряд они держат долго, в машине их можно заряжать от прикуривателя, если что. Вариантов огней несколько, но по-любому в темное время суток, если кто-то увидит проблесковые маячки оранжевого цвета, то он все-таки должен сбросить скорость. В дороге, конечно, они нужны, мало ли. Может быть, тебе пригодятся, может быть, кому-то. Заряжать их можно от прикуривателя, а держать в машине, я думаю, что надо, мало ли.